Не допустить нарушения воинской дисциплины, предупредить несчастные случаи и случаи возможного травматизма. Специальные комплексные занятия по доведению техники безопасности войсковой части 55-26 внутренних войск МВД – событие традиционное. Проводятся несколько раз в год. Участниками занятий становятся офицеры и новобранцы. Для них это будет, конечно, интересно. Но для военнослужащих, которые уже проходят службу давно, это будет как напоминание о возможных последствиях их неправильных действий. Несколько боевых точек, уроки огневой, тактической и физической подготовки при обращении с ядовитыми и техническими жидкостями, курс по пресечению групповых нарушений, массовых беспорядков, по правилам несения патрульно-постовой службы и оказанию первой помощи. Словом, характер прохождения всех боевых остановок самый разноплановый, и это неудивительно. Людям в милицейской форме приходится сталкиваться с самыми разными условиями несения службы и ситуациями, а потому готовыми надо быть ко всему. Безопасность нужна в любом случае для того, чтобы военнослужащий знал, что делать, и у него это вырабатывалось до автоматизма, чтобы не было никаких повреждений. Однозначно придется сталкиваться с разными ситуациями, и милицейский в патрульно-постовой службе несет ответственность и за себя, и за окружающих. Так что он должен знать все в идеале, чтобы своевременно применять меры. Если для новобранцев прохождение инструктажа станет большим подспорьем для дальнейших удачных стартов военных будней, то для офицеров это возможность закрепить знания и навыки о мерах безопасности.